Представляешь, папа с мамой приедут познакомиться с тобой. Да, Ян, у меня есть молодой человек. Ты чё, говорю, у меня другая жизнь. Все, зашла. Так же, как и вы через двери. Ты что, будешь каждую что ли, защищать здесь? А теперь знаешь, что у меня есть парень. И не надо сюда звонить, слышишь меня? Ты мне вчера изменяла? Да. Если ты поклонник проекта «Москва день и ночь» и смотришь каждую серию нашего шоу, то у тебя есть уникальная возможность принять участие в конкурсе на самого активного зрителя и выиграть смартфон. Подробности смотри в разделе «Москва день и ночь» на сайте РЕН-ТВ. О, привет, Юляш. Привет, Макс проснулся? Да, кажется, проснулся. Юляш, я хотела умыться, душ принять. Дай какой-нибудь шампунь, а то без спроса не могу взять. Держи. Это у нас что? Лошадиная сила, шампунь, кондиционер, ланолин, коллаген. Слушай, да тут все есть. Да ты попробуй, я уверена, ты влюбишься. Спасибо. Ну, эффект тебя точно удивит. Только учти, это мой. Не заиграй. Свой можешь найти в любой аптеке. Я поняла. Спасибо, Юляш. Пожалуйста. Сейчас надо будет поздравлять. Он выйдет, и мы приготовили сюрприз. Какой майк? Оп! Очень красивый. Да, давайте. Он когда выйдет, нам нужно будет все вместе прокричать с днем рождения. Давайте лучше пропадем все вместе. Только сначала начинают девочки, а потом подключаются мальчики, чтобы так по нарастающей шло. Ты прям такая профи, кто за кем, все знаешь. Ну, конечно, профи. Дирижеров не будет у нас. Серег, кстати, сразу пока говорим о песнях. Ребят, завтра, пожалуйста, будьте на моем концерте без опозданий, хорошо? Чтобы не получить. Столы для нас будут липовские. Все будет очень круто. Алло, ты говоришь только о себе. Почему только о себе? Ну, у Макса день рождения сегодня. Давайте сейчас этим пока займемся. Я понимаю, но я думаю, что то, что сейчас напомнило, от этого хуже никому не стало. Просто подключено столько людей, чтобы не получилось каких-то неприятностей, потому что не хочется никого подводить. Вот и все. Ребят, 3-4. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Счастья, загадывай желание и задувай. Загадывай что-нибудь крутое, Макс. С днем рождения. Спасибо. Давайте чай пить. Спасибо. Спасибо, маленький. С днем рождения. Дайте. Какой у тебя старичок? Сейчас справа. 38. Почти 40. Давайте все. Так, ребят, ложечки давайте. Серег. Макс, ты, пожалуйста, вечером сегодня не планируй ничего. Мы готовим специально ужин к честь твоего дня рождения. Хорошо? Реш, говорю. Кого тебе? Торт. Ставь пальцы. Пальцы ставь. А Дэн где? Он не ночевал дома. А его вообще не было? Нет, вообще не было. Он, видимо, опоздал просто на метро, да и все вчера. А что такая траурная там, день рождения? А у меня парень дома не ночевал. Ладно, режьте торт, короче. Режь. Яна, не переживай так. Надо, чтобы мы не делали. Все наладится. Всем привет. Вспомни. Лучик от солнца. Доброе утро. Доброе. Лер, слушай, хочу тебе сказать большое спасибо за крем Либридерм. Очень крутой. Понравился, да? Не то слово. Довольна им. Кстати, это тебе презент. Серьезно? Да, за отличный совет. Большое, сейчас, секундочку. Держи. Спасибо большое. Ну, оценила эффект гиалуронки, да? Не то слово. Увлажнение супер. Очень круто. Очень круто. Так что теперь он мне фаворитный. Да, далеко где-то? Здесь в аптеке, нет? Да, здесь в аптеке прямо возле маяковки.
Классно вообще. Спасибо большое. Ну, поставь, пожалуйста, на Стюню. Я тут просто готовлю. А что готовишь? Решила взяться за правильное питание. Отлично. Сегодня у нас фруктовый салат. Надо браться за фигуру. Скоро лето, поэтому... Это хорошая идея. Можете помогу? Конечно, обязательно. Давай присоединяйся. Давай. Так, мисочка. Так, киви. Я киви. Клубника. Да ладно, клубника. Все прямо как надо. Да. Бананы я вижу, да? Обязательно, да, бананчики не забудь. Здорово. Знаешь, что тебе хочу сказать? М? У меня такая ситуация. Так, давай, что я случилось? Я не знаю, как теперь вести себя с Данилой. А что произошло? Ну, произошло то, что, оказывается, он мой босс. Не знаешь, меня это напрягает. В смысле, босс в студии, где ты преподаешь? Да. Да ладно? Да. Раньше с ним общалась как, ну, с клиентом, с учеником, с молодым человеком. Сейчас я не знаю, как себя вести. Ну, а в чем проблема-то? Он тебе нравится? Да, он мне нравится. Ну, какая разница, босс он там, не знаю, подчиненный начальник, мне кажется, не имеет никакого значения. Ну, может быть. Конечно. Может быть, ладно, разберемся. Ты лучше расскажи, как у тебя с Сережей вечеринка прошла. Где правда это интересно. Можно подумать, ты не в курсе. Он тебе еще не рассказал? Нет, не позвонил? Ну, вообще, я не в курсе, он мне не звонил. Действительно. Да-да-да, надо было спросить у него, у самого. Нет, лучше ты мне расскажи. Мне интересно послушать с твоей стороны. Да что как вечеринка? Все было бы нормально, да и так, в принципе, все прошло хорошо. Появился там один персонаж из прошлого. Ага. Ну и, видимо, возомнил много о себе. Начал говорить какие-то глупости, грубить. Так. Ну и Сега заступился. Серьезно? И вдарил ему. Просто, ну хоть здесь мужика включил. Ну, в принципе, Серега неплохой парень. Можно попробовать дать ему шанс. Ну и посмотреть, что из этого получится. Дэн, ты что говоришь? Я на ней сейчас разговариваю. Дэн. Что? Дэн, давай за стол. Ну, тебе не о чем с ним разговаривать, Дэн. Мне нужно с тобой поговорить. Говори. Дэн, я хочу решить все наши вопросы и расставить все точки над «и». По-моему, все решено, Ян. О чем говорить? Что решено? Ты сам все решил без меня? Да. А что здесь решать? Ты мне все сказал, я с тобой все понял. Ребят, не время, я подожди. Слушай, а о чем речь? Ты меня, речь, ты вот так ты меня, меня отпускаешь, да, вот так дорогие? В смысле, я тебя отпускаю? Ты мне выносишь мозг с Настей. Ну, сам деле, ну, подожди, ты мне выносишь мозг с Настей, выставляешь перед всеми предателем, а сама нажираешься и под колпак ложишься. Это нормально? Да блин, мама, ты дебил, что ли? Неужели ты не понимаешь? Я дебил. Ты что, дура, что ли? Ты сам меня подтолкнул. Какое общение с Настей? О чем ты говоришь? Наверх, говорите там. Я не могу с этой истеричкой вообще разговаривать нормально. Все, собирай вещи, отваливай. Куда мне идти, Дэн? Так, стоп, подожди секунду. А жилищные вопросы у нас как-то по-другому решаются. И тем более комнаты нет свободной, что она будет делать? Макс, а что тут решать? Моя комната остается моей комнатой. А она собирает вещи и уезжает. Она меня заставила вообще с ней съехать. Мне это нафиг не надо. Круто. А если ты не знаешь, куда тебе идти, то иди на три веселых буквы. Спасибо за поздравление. Еще есть у кого-нибудь вступительная речь? Ян, подожди, успокойся. Ян. Да. Доча, кушай тортик. Весело у вас тут. Юль, тебя на секундочку можно? Да, традиции этого дома не меняются. Даже в мой день рождения. Молодцы. Если ты поклонник проекта «Москва день и ночь» и смотришь каждую серию нашего шоу, то у тебя есть возможность принять участие в конкурсе на самого активного зрителя и выиграть смартфон. Подробности смотри на нашей странице на сайте РЕН-ТВ. Присаживайся. Да нет, я постою. Юль, у меня к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что тебе с Максом? В каком смысле? Да в прямом. Я не дурочка, я все вижу. Хочу узнать, почему ты мне такие прекрасные советы даешь, которые работают почему-то наоборот. Ну, как-то наоборот совсем работают. Что это? Мы вроде с тобой подруги. Ты о чем вообще? Перестань, ну. Да все советы, которые ты мне давала, они только Макса раздражали. Послушай, мы с Максом просто друзья. Все. Юля, скажи мне, пожалуйста, что у вас с Максом? Понимаешь, я первая заехала сюда к Максу в эту квартиру. Мы вместе работаем уже много лет и все время рядом, бок о бок, понимаешь? Но
Да, на самом деле, когда появилась ты, я стала чувствовать себя третьей лишней. Но мы просто друзья. Нас больше ничего не связывает. Просто мы много времени проводим на работе дома и... Точно. Просто друзья. То, что Юля меня обманывает, сомнений нет. Она с Максом точно не просто дружит. Я считаю, что она перешла все границы. Подруги так не поступают. У нас же сегодня вечером будет костюмерная пати в нашем баре. Поэтому я предлагаю всем выкинуть некий жеребий. Я подготовила всем костюмы, кто в чем будет. И вы должны будете выбрать каждый себе костюм. Подожди, здесь и мужские, и женские. Ну да, тут все вместе. Но в этом и фишка. Это будет круто. Ты придумала. Так. Я не пойду. Ну ты чего не пойдешь? Тебе надо расслабиться, Ян. Ты чего? Усатый пират. Да не говори, я ты не что, хочу, нельзя, это же тайна должна быть. Вить, я не хочу быть усатым. Нет, он обязательно приди в этих костюмах, это обязательно условие. Только не говори, чтобы это было прикол. Отлично. Молчи, скрывай, никому ничего не говори. Тяни. Мне так интересно, кто есть кто. Ян? Ну ты чего? Ну тяни, тебе надо расслабиться, Ян. Давай, тяни, Ян, что-то реально. Может, сейчас улыбнется? Теперь смотрите, ребят, за тех, кого нет, нам нужно тоже выбрать по бумажке. Поэтому я беру за Лизу сразу. И нам нужно осталось выбрать за Дэна. Ян, тяни. Я не буду за него ничего брать. Давай я. Ты? И за Макса. Я могу. Ну, вы определитесь, кто. Пусть Лика сянет. Сейчас. Ой. Я постарался. Идея с костюмированной вечеринкой просто бомба. Главное, чтобы до нее народ пришел. Все, я уговорила Патрика, чтобы он мне дал денег на пластику груди. О, господи. Обожаю его просто. Нет. У меня теперь наконец-то будет грудь. Ты уже выбирала тут, да, что-то смотрю? Да. Такой размер-то выбрала уже? Вот не знаю, мне тут много какие понравились. Хочу какой-нибудь такой, чтобы наверняка прям побольше. Троечку, что ли? Да. Ну, не седьмой же размер. Какая тебе троечку? Мне кажется, у тебя вот, так все вот хорошо. Ты красивая девочка, вот. У тебя хорошая грудь. Ты вообще, зачем тебе это? Не, ну то, что я красивая, я и сама знаю, но грудь не помешает. Вот уж точно. О, понятно. Ну... Поэтому я уже предвкушаю, как это все будет классно смотреться. Там столько проблем. Даже столько взглядов. Ты послушай, там проблем больше, чем радости может быть. И спина может болеть, и осложнения после операции. Ой, ну красота требует жертв. Знаете, поговорка есть, как говорят, горбатых могила исправят. Так это про вас. Слушай, не завидуй, сиди, пожалуйста, там. Кому завидовать? Вам? Вы о чем? Ой, тебя макияж не исправит, тебе вообще ничего не исправит. Тебе вообще ничего не поможет. Даша, ну больное место, что ты задели. Я не хочу делать операцию груди, потому что я прекрасна и шикарна. Тебе и меня все устраивает. Операцию лица. А не мозгов, как мозгные шарики. Вот это будет смех. Мозги не добавляют, конечно. Ой, я представляю. Я не мозгные шарики. Ты будешь ими трясти. Че ты кудахчешь-то, курица? Развопилась. Сиди, смотри. Девочки, вам не дуры. Пойдемте к арт-директору за зарплатой. О, отлично. Да, сейчас иду. Куда? Конечно, страшновато делать операцию, но так хочется грудь побольше. Патрик чудо, ведь это все благодаря ему. Ты, главное, настраивайся. Я тебя прошу, сегодня никакого алкоголя, ладно? Да, конечно. А горячий чай тоже не пей, для связок вредно. И мороженое. Мороженое, я подумаю. Тоже, да, не охлаждай связок. Алёша? О, Костя. Привет. Привет. Петр, познакомьтесь, это мой мужчина Константин, Костя, это продюсер Петр. Очень приятно. Взаимно. Наслышан. У нас завтра концерт, обязательно приходите. А я вот про концерт вам что слышал. Это будет очень круто. Обязательно. Я прошу прощения. Алён, слушай, хотел тебя спросить, просто вчера неожиданно так ушла, и я тебе звонил, писал, ты не отвечал, я просто волновался, что вообще произошло? Алён, что, из-за Ксюши, что ли? Кость, не столько из-за Ксюши, как из-за вашего с ней общения. Я считаю, что фанатка не должна так общаться с тобой, допустим. Малыш, это же просто Ксюша.
заткнись ты. В чем здесь вообще она? Кость, ну просто мне неприятно, что вы так с ней довольно-таки близко общаетесь. Да знаешь, а твои друзья мне вообще показалось, что были рады ей гораздо больше, чем мне. Что тебе показалось? Знаешь, Ксюша — это просто фанатка, которая приходит на наши игры, которая... Кость, Кость, скажи, пожалуйста, у вас с Ксюшей что-то было? Что у меня может быть с Ксюшей? Это просто, просто девочка, которая фанатеет от наших игр. И все. У меня с ней ничего нет. У меня есть Алена, моя любимая малышка, которую я люблю. Ксюша — это все мелочь, которая вообще не стоит обращать внимания. Алёна, у меня не очень хорошая новость. К сожалению, завтра концерта не будет. В смысле не будет? Там слетела площадка, люди подвели. Но мы перенесем, не волнуйся. Я на так уже день. Настроилась. В другом клубе, я тоже расстроился. Петр, извините, что я вмешиваюсь. У меня просто есть один клуб, очень хорошо знаком с владельцами. Ага. Там, кстати, проводил презентацию очень известный рэпер Джей. Помнишь, вот мы ходили, я тебя приглашал еще на его презентацию? Да. Это лучший клуб. Да? Да. Слушай, ну так... Извините, вам звонят. Скажите, что я перезвоню через полчасика? Петр Алексеевич, это из Лондона звонок. Прошу прощения. Ну, мы это обсудим. Да-да-да, конечно. Да. Спасибо. Какой ты у меня сообразительный. Костя такой молодец. Появилась проблема. Раз, два, и он ее решил. Мне очень приятно, что он такой у меня. Как у нас дела? Да вроде все хорошо, мне осталось только вот гирлянды повесить здесь, и с музыкой все решили, с бокалами тоже. Все ништяк, все здорово, вроде бы же все. Ты у меня спрашиваешь? Ты понимаешь, что ты за все это отвечаешь, не я? Если да... ты, подожди, если ты облажаешься, то больше таких вечеринок ты проводить не будешь. Да все будет ништяк. Пара часов, здесь будет толпа просто народа. Будем просто зажигать в полной программе, все будет здорово. Главное дождаться, чтобы они пришли. Они однозначно придут. Ты это один делаешь, кто помогает тебе? Ну, и в основном все я один, но Янка помогала немного. О, Яночка у нас молодец, она всегда нам помогает. Умница. Да, Ян? Ты видел это? Как тебя хвалили? Конечно. Молодец. Алекс, по-моему, ты слишком уже. Я и так постоянно терплю его дебильные подкаты. Слушай, ну, это же просто за, ну, выходит за все рамки дозволенного. Да ладно. Что ты ладно? Я так пойду сейчас с ним поговорю. Ой, давай такой, сейчас не наводи такие качели. Дипломатично себя веди. Ну что, сломалось, что ли? Дипломатичнее должен себя вести начальник. Слушай, помягче. Привет. Привет. Как дела? Все, как хорошо. А что у вас тут, китайский Новый год? Митька готовит костюмерную вечеринку. Прикольно. Хочешь, кстати, приходи вечером. С удовольствием. Ну, с Макс день рождения, мы собираем народ. Хочу кислый закон. Да, нормально. Что, значит, да, нормально. Что, опять Дэн? Что с Дэном? С Дэном все. Мы расстались как окончательно. Я устал от вашей ванильной истории, ты не поверишь. Что вы в вафле-то живете? Ты хочешь, я тебе мастер-класс секса покажу, а? Забудешь, как своего ванильного Дэнку. Ну, за полцарства, конечно. Хочешь, нет? Алекс, заткнись уже, а? Что, нет полцарства, да? Правда. И кидаться в Алекса можно только деньгами, запомни это. А ты спрашиваешь, почему у меня плохое настроение? Поработай с таким. Такое? Денег нет. В смысле нет? В прямом. Посмотри, ну как? Пол. Да все, нету. Слушай, по-моему, я знаю, где твои деньги. Это ты ее деньги взяла? Слушай, слушай, ты отца, это ты мои деньги офигели, взяла? Офигели, ну-ка отошли от меня, да быстро. Я знаю, что ты взяла. Леди. Да офигела вообще. Отошли от меня, быстро. Так и что за ор опять? Что опять за курятник устроили? Да не достали деньги, Стас. Так, тихо. По одной. Давай, начинай. У меня лежали деньги в сумке. Так. Сумка лежала в ремерке. Так. Денег в сумке теперь нет. Это украла твоя? Она, по-любому. Так, 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 тихо. Ребят, всех девочек в стойке бара, сумки на стойку бара, сейчас проверим. Вперед. Да, и начнем с твоей сумки, давай. Пожалуй, да? Побыстрее. Слышь, Роза, закрыла свою? Ты закрой свою, воровка. Кир, давай, готовься, с тебя начнем. Уверен? Я уверен во всем, давай во всех своих словах. Что ты не слушаешь? Готовь, давай, доставай, уже не разговаривай. Ты давай уже, открывай. Косметику дешевую повываливаем. Доволен? Доволен, все. Ребят, проверьте там что.
девушку, что ли, перепрятала? Ага. Где они по-любому уже спрятаны? Врач смотрит, тут нет. Трусах, там. Вы заварите свои рты. Трусы проверить надо, Даша. Марго. У нас тут две, у тебя помойка. Пожалуйста. Пожалуйста. Привет. Деньги украли, прикинь. Да ладно. Твое? Ну да. Марго, я не брала. В смысле, а что они делают у тебя в сумке? Заткнись. Я не брала, Даша, серьезно говорю, это подстава. А это что? Ты свободна? Марго, меня слушай. Что, Марго, блин? Рот свой, закрой меня, слушай. У тебя два варианта. Либо ты сама уходишь отсюда своими ногами, либо второй вариант, я вызываю полицию, ясно? Мне крысы в коллективе не нужны. Крысы? Крысы мне в коллективе не нужны. Почти, не забудь еще. Марго, не ожидала вообще. Так, все. Все, разошелся здесь курятник. Ты-то иди уже. Успокойся, ты что ты переживаешь? В смысле, что переживаешь? Я предала подруга только что. Ну, такая подруга вот у тебя. Люди разные бывают. Я ей доверяла. В смысле, разные люди. Понятно, что люди разные. Ей-то я доверяла. Да забудь. Даша, знаешь что? Я вот так подумал, это был знак. В смысле знак? Ну, не нужна тебе эта операция. В смысле не нужна? Мы же договаривались. Ты так красивая. Мне все нравится, Даша. Не нужна тебе эта... Даша. Не надо меня трогать. Даша. Я такого не ожидала. Сначала Марго, потом Патрик. Ощущение, что весь мир против меня. Одни предатели. Да блин, ты дебил, что ли? Неужели ты не понимаешь? Я дебил. Ты что, дура, что ли? Ты сам меня подтолкнул. Какое общение с Настей? О чем ты говоришь? Наверх, говорите там. Я не могу с этой истеричкой вообще разговаривать нормально. Все, собирай вещи, отваливай. Куда мне идти, Дэн? Так, стоп. Подожди секунду. А жилищные вопросы у нас как-то по-другому решаются. И тем более комнаты нет свободной. Что она будет делать? Макс, а что тут решать? Моя комната остается моей комнатой. А она собирает вещи и уезжает. Она меня заставила вообще с ней съехать. Мне это нафиг не надо. Круто. А если ты не знаешь, куда тебе идти, то иди на три веселых буквы. Самый интересный. Спасибо за поздравление. Еще есть у кого-нибудь вступительная речь? Ян, подожди, успокойся. Ян. Подожди. Доча, кушай тортик. Весело у вас тут. Юля, тебе на секундочку можно? Да, традиции этого дома не меняются. Даже в мой день рождения. Молодцы. Если ты поклонник проекта «Москва, день и ночь» и смотришь каждую серию нашего шоу, то у тебя есть возможность принять участие в конкурсе на самого активного зрителя и выиграть смартфон. Подробности смотри на нашей странице на сайте РЕН-ТВ. Присаживайся. Да нет, я постою. Юль, у меня к тебе вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что тебе с Максом? В каком смысле? Да в прямом. Я не дурочка, я все вижу. Хочу узнать, почему ты мне такие прекрасные советы даешь, которые работают почему-то наоборот. Ну, как-то наоборот совсем работают. Что это? Мы вроде с тобой подруги. Ты о чем вообще? Перестань, ну. Да все советы, которые ты мне давала, они только Макса раздражали. Послушай, мы с Максом просто друзья. Представляешь, папа с мамой приедут познакомиться с тобой. Да, Ян, у меня есть молодой человек. Ты еще раз говорю, у меня другая жизнь. Так же, как и вы через двери. Ты что, будешь каждую что ли, защищать здесь? А теперь знаешь, что у меня есть парень. И не надо сюда звонить, слышишь меня? Ты меня вчера изменяла? Да. Yes.
Если ты поклонник проекта «Москва день и ночь» и смотришь каждую серию нашего шоу, то у тебя есть уникальная возможность принять участие в конкурсе на самого активного зрителя и выиграть смартфон. Подробности смотри в разделе «Москва день и ночь» на сайте РЕН-ТВ. О, привет, Юляш. Привет, Макс проснулся? Да, кажется, проснулся. Юляш, я хотела умыться, душ принять. Дай какой-нибудь шампунь, а то без спроса не могу взять. Держи. Это у нас что? Лошадиная сила, шампунь, кондиционер, ланолин, коллаген. Слушай, да тут все есть? Да ты попробуй, я уверена, ты влюбишься. Спасибо. Ну, эффект тебя точно удивит. Только учти, это мой. Не заиграй. Свой можно найти в любой аптеке. Я поняла. Спасибо, Юляш. Пожалуйста. Сейчас надо будет поздравлять. Он выйдет, и мы приготовили сюрприз. Какой майонез? Оп. Очень красивый. Да, давайте фотографируем. Он когда выйдет, нам нужно будет все вместе прокричать «С днем рождения!» Нет, давайте, ребят, давайте лучше пропадем все вместе. Только сначала начинают девочки, а потом подключаются мальчики, чтобы так по нарастающей шло. Ты прям такая профи, кто за кем, все знаешь. Ну, конечно, профи. Дирижеров не будет у нас. Ну, Серег, кстати, сразу пока говорим о песнях. Ребят, завтра, пожалуйста, будьте на моем концерте без обозаний, хорошо? Чтобы не получить. Столы для нас будут липовские. Все будет очень круто. Алло, Алёна, только о себе. Почему только о себе? Ну, у Макса день рождения сегодня. Давайте сейчас этим пока займемся. Я понимаю, но я думаю, что то, что сейчас напомнила, от этого хуже никому не стало. Просто подключено столько людей, чтобы не получилось каких-то неприятностей, потому что не хочется никого подводить. Вот и все. Ребят, 3-4. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения! Счастья, загадывай желание и задувай. Загадывай что-нибудь крутое, Макс. С днем рождения. Спасибо. Давайте чай пить. Спасибо. Спасибо, маленький. С днем рождения. Дайте. Какой у тебя старичок? Сейчас справа узнаю. 38. Почти 40. Давайте все. Так, ребят, ложечки давайте. Серег. Макс, ты, пожалуйста, вечером сегодня не планируй ничего. Мы готовим специально ужин к честному дню рождения. Хорошо? Реш, говорю. Кого тебе? Торт. Ставь пальцы. Пальцы ставь. А Дэн где? Да. Да ладно. Да. Раньше с ней общалась как, ну, с клиентом, с учеником, с молодым человеком. Сейчас я не знаю, как себя вести. Ну, а в чем проблема-то? Он тебе нравится? Да, он мне нравится. Ну... Какая разница, босс он там, не знаю, подчиненный начальник, мне кажется, не имеет никакого значения. Ну, может быть. Конечно. Может быть, ладно, разберемся. Ты лучше расскажи, как у тебя, Сережа, вечеринка прошла. Где правда, это интересно. Можно подумать, ты не в курсе. Он тебе еще не рассказал, нет, не позвонил? Ну, вообще, я не в курсе, он мне не звонил. Действительно. Да-да-да, надо было спросить у него, у самого. Нет, лучше ты мне расскажи. Мне интересно послушать с твоей стороны. Да чё как вечеринка? Все было бы нормально, да и так, в принципе, все прошло хорошо. Появился там один персонаж из прошлого. Ага. Ну и, видимо, возомнил много о себе. Начал говорить какие-то глупости, грубить. Так. Ну и Сега заступился. Серьёзно? И вдарил ему. Ну вот здесь мужика включил. Ну, в принципе, Серега неплохой парень. Можно попробовать дать ему шанс. Ну и посмотреть, что из этого получится. Дэн, ты что говоришь? Ян, мне нечего разговаривать. Дэн. Что? Дэн, давай за стол. Смысле, тебе не о чем разговаривать, Дэн. Мне нужно с тобой поговорить. Говори. Дэн, я хочу решить все наши вопросы и расставить все точки над «и». По-моему, все решено, Ян. О чем говорить? Что решил? Ты сам все решил без меня? Да. А что здесь решать? Ты мне все сказал, я с тобой все понял. Ребят, время... Подожди. Слушай, а о чем речь? Ты смысле, меня, ты вот так ты вот, мне... Ты меня отпускаешь, да, вот так дорогие? В смысле, я тебя отпускаю? Ты мне выносишь мозг с Настей. Ну, сам, Геля, ну, подожди, ты мне выносишь мозг с Настей, выставляешь перед всеми предателем, а сама нажираешься и под кого-то ложишься. Это нормально. Он не ночевал дома. А его вообще не было?
Нет, вообще не было. Он, видимо, опоздал просто на метро, да и все вчера. А что такая траурная там, у меня день рождения? А у меня парень дома не ночевал. Ладно, режьте торт, короче. Режь, режь. Яна, не переживай так. Надо, чтобы мы не делали. Все наладится. Всем привет. Привет. Лучик от солнца. Доброе утро. Доброе. Вер, слушай, хочу тебе сказать большое спасибо за крем Либридерм. Очень крутой. Понравился, да? Не то слово. Довольна им. Кстати, это тебе презент. Серьезно? Да, за отличный совет. Большое, секундочку. Спасибо большое. Ну, оценила эффект гиалуронки, да? Не то слово. Увлажнение супер. Очень круто, очень круто. Так что теперь он мне фаворитный. Да далеко где-то здесь, в аптеке, нет? Да, здесь, в аптеке, прямо возле маяковки. Классно вообще, спасибо большое. Ну, поставь, пожалуйста, Настюнь, я тут просто готовлю. А что готовишь? Решила взяться за правильное питание. Отлично. Сегодня у нас фруктовый салат, надо браться за фигуру, скоро лето, поэтому... Хорошая идея, может, я помогу? Конечно, обязательно, давай присоединяйся. Давай. Так, мисочка. Так, киви. Да, киви. Клубника. Да ладно, клубника. Все прямо как надо. Да. Бананы я вижу, да? Обязательно, да, бананчики не забудь. Ура. Знаешь, что я тебе хочу сказать? У меня такая ситуация. Так, давай, что случилось? Я не знаю, как теперь вести себя с Данилой. А что произошло? Ну, произошло то, что, оказывается, он мой босс. Не знаешь, меня это напрягает. В смысле, босс в студии, где ты преподаешь?